Итак, всем привет. Как вы меня уже представили, меня зовут Александр Лисаченко, и я являюсь руководителем веб-разработки в компании Alpari. Вот, с программированием я уже довольно давно сталкиваюсь, из 7 лет, и мне очень нравится копаться во всевозможных enterprise решениях, придумать какие-то необычные решения. Вот, и, как уже Роман сказал, я являюсь автором аспектно-ориентированного фреймворка GoLP, вот, который, в принципе, является тоже одной из магической штук, и сегодня мы на нее обязательно взглянем. Вот. Я также довольно часто, наверное, меня могли заметить на юзер-группах. Кстати, поднимите руки, кто меня вообще видел, знал, встречал где-нибудь. Ну, кстати, нормально, нормально. Не все видели, так что не примелькался. Итак, поехали. Для своего доклада я выбрал очень интересную тему касательно магии в PHP. Есть хороший фильм «Иллюзия обмана». То есть чем ближе вы будете сидеть, тем меньше вы на самом деле увидите. И эта штука как трюк, магический трюк, который позволяет проворачивать какие-то необычные вещи. Вот. Но прежде всего он создан для того, чтобы вас обмануть. То есть если мы возьмем PHP, попытаемся на нем что-то написать магическое, скорее всего я вас обману, проверю какой-нибудь трюк, и вы будете долго гадать, почему так происходит. Вот. А потому что PHP — довольно-таки известный своими необычными штуками фреймворк, язык программирования, но мы, я думаю, познакомимся. Итак, что нам потребуется из магического снаряжения? Наверное, это всем знакомые до боли какие-то методы construct, destruct, clone. Это call, call, static. Это get, set, set, unset. Это sleep, wake up. Парочка еще других методов. И отдельно бы я отметил метод debug info. С ним отдельные волшебные штуки можно проворачивать. Но на самом деле это не все, потому что есть declare ticks. Кто знает, что это делает? Пару человек знает из зала, отлично. Debug Backtrace — это наш спутник для того, чтобы понять, где мы находимся в текущем коде, посмотреть, кто нас вызвал, зачем нас вызвал, с какими аргументами. И мы можем принять решение не выполнять свою логику, да, такое тоже бывает. Есть конструкции такие, как unset и set. Вроде бы ничего такого особенного, да, на первый взгляд, но тем не менее они скрывают много трюков, которые мы еще посмотрим. И стоит отдельно упомянуть передачу по ссылкам, потому что когда мы передаем какой-то объект или перемену по ссылке, то стоит ожидать, что с вами неизбежно произойдет какая-нибудь магия. Если вы знаете про замыкание и знаете, что они могут биндиться, это отдельный плюс, потому что на этом можно построить добрую половину трюков, которые известны. Я отдельно упомяну Reflection API, потому что без него невозможны некоторые штуки, и Stream Wrapper. Итак, поехали. Собственно, кто знает первое правило магии из этого фильма? Не припоминайте? Я подскажу. Быть самым умным в этой комнате, да? Круто, да? Но начнем мы с некоторого трюка, который я называю невозможное сравнение. Посмотрите внимательно на данный код и подумайте вообще, может как-то такое произойти в PHP, да? То есть мы имеем какую-то переменную, объявляем ей значение, а потом бабах, и она самой себе не равна. Прикольно, да? Есть такая штука, как not a number. И удивительная особенность этого значения в том, что оно само себе не равно. Вот такая вот волшебная штука. То есть это первый наш трюк — использовать это значение для того, чтобы озадачить вашего соседа, товарища, дать ему код, сказать, вот смотри, как можно написать. Но на самом деле решений для этой задачи не один, а их несколько. Давайте глянем дальше. Есть, конечно, классический добрый вариант, который был допустим раньше и, в принципе, существует сейчас. Называется он использование констант. И фишка использования констант в том, что мы можем спокойно для namespace объявить false как true и сравнить. Магия этого прикола в том, что незадачливый разработчик долго будет гадать, почему, собственно, там true, а не false. Но оставим это на его совесть. Следующий трюк. Это уже артиллерия помощнее. То есть у нас были уже два варианта. Рассмотрим, как работает данный вариант. Базируется он на такой штуке, как tick function и, как я уже упоминал, declare ticks.
Как это все работает из коробки? Сперва мы объявляем некоторую функцию, и эта функция, как вы видите, принимает параметр isMagic по reference. И дальше пытается поменять это значение на true. Вот. Что происходит после того, как мы объявили declare tx1? Начиная с этого момента, интерпретатор PHT после каждой элементарной операции, которая у нас происходит, начинает вызывать нашу регистр tick function, callback. И, соответственно, находясь в этом callback, мы можем взять и то значение, которое было раньше false, поменять, внимание, на true. И таким образом, во всех трех случаях мы получим наши let's start our magic. Давайте перейдем к следующему трюку. Есть маленький пример, в котором мы объявляем две переменные. Одна из них, соответственно, false, другая true. И делаем из black or из white. И вардампаем результат. Давайте проголосуем за то, какой будет результат. Кто голосует за то, что будет true? Угу. Есть, есть, есть. Кто голосует за то, что будет false? Так, а не понял, остальные воздержались, да? Ответ – false. Все почему? Все потому, что в PHP есть такое понятие, как приоритет операторов. И удивительным образом оператор логического O имеет меньший приоритет, чем операция присваивания. Поэтому по факту у нас происходит просто присваивание false, а isWhite – это так, ну, там может быть любой другой expression, который выполнится, если первая часть не отработает. Едем дальше. Я подготовил некоторый код, так, чтобы было удобнее видеть. Сейчас я его зазумлю. У нас есть некоторый класс, который содержит конструктор, и есть некоторая фабрика, код, который я пока не показываю. Но что интересно, обратите внимание на последнюю строчку. Кто понимает вообще, что здесь происходит? Вот давайте я дам небольшую паузу там на пару секунд поразмышлять. У нас есть конструкция new, а дальше factory build full class. Это как? Ну, давайте вот посмотрим. Сейчас у нас есть наше выражение. Вариант первый. Factory будет использовано как имя класс. Кто за этот вариант? Очевидно, желающих не очень. Не подходит. Будет ошибка парсинга. Ну, видимо, это было бы слишком просто. Я бы тут не рассказывал о магии. Третье. У нас будет использоваться вызов factory build, и значение которого вернет нам эта функция, оно будет в результате new. Кто за этот вариант? Есть. И четвертый вариант. Будет использовано значение свойства factory build для того, чтобы сконструировать класс. Кто за этот вариант? Вам чутье должно же подсказывать. Это ж магия, ребят. Давайте проверим эту идею. В классе factory мы объявим ряд магических функций, которые будут просто писать, что мы на самом деле дергаем. Вызываем ли мы свойства, обращаемся ли мы к методу, либо пытаемся вообще заинвокать весь объект. И ответ. Мы на самом деле дергаем свойства. Не просто так, не метод, не что-то еще. Это свойство. И то, что находится после factory build, это на самом деле параметры для конструктора, который мы передадим в этот класс. Вот такая магия в PHP. И, кстати, на этом у меня во фреймворке реализована фишка, называется перехват создания новых объектов. То есть можно замокать вот эту конструкцию. Продолжаем наши магические изыскания. Следующий пример касается самого PHP-парсера. Кто пробовал когда-нибудь внутри фигурных скобочек повызывать функции и поприсваивать переменные? Вот, оказывается, можно. И этот трюк где-то мне попался в Твиттере. Он работает крайне нестандартно. Я даже написал, как он работает, чтобы вам было понятно. Сперва переменные с названием подчеркивания мы присваиваем значение выражения. Вот. Потом мы пытаемся, то есть у нас уже есть переменная, вот, и мы пытаемся ее значение теперь логически инвертировать. И получаем, соответственно, false, потому что строка кастуется как бы к true. А дальше мы это склеиваем все в название переменной, через которую мы потом обращаемся уже внутри фигурных скобочек. То есть пользуйтесь, пусть сосед страдает.
Так что такое все-таки магия? Это развлечение, которое позволяет нам почувствовать себя воодушевленно, необычно, сказать, блин, а так можно было? И давайте попробую на минуточку стать, не знаю, там, магом. Попробуйте запомнить следующую карту, которая будет пролетать на экране. И запомните одну. Есть, да? Запомнили. Я, конечно, плохой маг, но все-таки решите мне, дайте мне попробовать. У кого совпало? Not bad. Что мне нравится в PHP, то что можно ломать те правила, которые все создают, и все пытаются быть суперзащищенными. И есть конструкция под названием запечатанный класс, у которого конструктор приватный. И ваша задача, как там, учеников магии, создать инстанс этого класса. Вот кто знает, прям как сейчас создать инстанс этого класса? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, подтягивается 7, 8, ну-ка, десяточек вон там набрался. Соответственно, я предполагаю, что это те люди, которые знают как минимум решение. А кто знает два решения? Так, уже отсеялось, стало 3, 4, 5. Кто знает три решения? О, 1, 2. Да, немного. А кто знает больше, чем 3? Стоит попрактиковаться, но PHP — это действительно магический язык. Давайте рассмотрим первых три варианта. Соответственно, первый путь, он наиболее очевидный, в принципе, должен быть знаком каждому из разработчиков, потому что это стандартная API, которую нам предлагает язык. Называется это конструкция new instance without constructor. То есть мы обходим ограничения языка на то, что конструктор приватный, и создаем инстанс в обход вообще всех наших объявлений приватного конструктора. Вариант рабочий, простой, не требует какого-то пояснения. Вариант второй называется замыкание и требует уже побольше внимания, побольше умений. Суть в чем? То есть мы создаем анонимную функцию, и эта анонимная функция затем биндится к скопу того класса. Соответственно, мы находимся как бы внутри этого класса и можем спокойно вызывать приватные методы. Чем мы, соответственно, и пользуемся, вызывая new static из контекста нашего класса. Вариант третий, на мой взгляд, advanced, очень-очень advanced, и использует он специальную конструкцию, называется hack-unserialization. Если в определенном формате написать определенную строчку, подставить туда определенные значения, ба-бам, то у нас получится наш класс. То есть после unserializa мы получим наш инстанс. Едем дальше. 3-4. Я оставлю это на ваше изучение. Кто найдет, можете мне сообщить, я скажу, правда это или нет. Ну и так как любая магия часто становится документированным, так сказать, фреймворком, либо библиотекой, то есть здесь не исключение, есть библиотека под названием Doctrine Instantiator, где это все для вас реализовано, вы можете создавать любые объекты с любым кодом. Едем дальше. Следующий трюк. Мы видим, что тучи тут совсем сгущаются, класс секретный, свойство приватное, конструктор приватный и еще callback какой-то. И наша задача, как волшебников, каким-то образом вызвать вот этот callback. Кто знает, как до него добраться? Вообще немного. Поехали. Самое первое, естественно, нам надо добавить щепоточку магии для того, чтобы все это заработало, и эта щепоточка магии — магический геттер. Пусть он там будет. Но пока что он просто вызывает эту функцию, то есть пока что ничего страшного не произошло. Следующим этапом мы воспользуемся нашим предыдущим магическим трюком и создадим инстанс этого объекта во вход приватного конструктора. То есть уже пробрались чуть-чуть. Но нам надо каким-то образом дернуть наш callback. Как это можно сделать? Мы возьмем, создадим замыкание, и внутри этого замыкания, находящимся в скопе того класса, возьмем и сделаем unset этой переменной. Недаром я говорил, что unset — эта штука довольно волшебная, потому что она позволяет эту перемену временно исключить, тем самым позволить вызываться нашему магическому методу get. И добавляем щепоточку соли. Так как у нас есть приватный конструктор, который выводит эхо,
то мы можем просто достать этот конструктор, сделать его доступным, why not, и просто его вызвать. Соответственно, па-бам, наш секретный класс рассыпался вообще просто в пух и в прах. Мы получили сообщение о том, что, во-первых, мы перехватили, а во-вторых, еще и чего-то вернули совершенно другое. Любая магия уже вся документирована и уже существует. Есть пакет с названием Alter Ego, который как раз прикидывается вашим компонентом. То есть вы можете создать один свой объект, при нем прицепить второй, и тем самым проводить какие-то изменения объекта. Он будет изменяться послушно и выполнять все ваши пожелания. Кто думает, что в PHP есть immutable объекты? Есть такие? Есть. А кто считает, что их нет, и нам бы вообще пора вот позвать Никиту на помощь, Дмитрия на помощь, и все-таки сделать, наконец, immutable объект? Я думаю, мы их позовем. Ну, а давайте пока поразвлекаемся. Это ж магия. Ну, собственно, как раз то, что хотел спросить. Собственно, immutable объекты в PHP существуют. И существуют они, оказывается, очень-очень давно. Только получать их надо очень интересным образом. Интересность этого способа в том, что мы создаем массив, у которого есть специальный ключ. Обратите внимание, что он начинается с такой вот конструкции. Так, я помню, туда, где-то вот здесь. Мы видим, что свойство начинается на слэш 0. Это нулевой байт символ. И после секрета мы тоже видим слэш 0. Данная конструкция используется PHP для того, чтобы объявить приватные свойства внутри класса. То есть, если мы попытаемся кастануть какой-то объект к массиву, мы увидим те же самые ключики. Так вот, в данном случае у нас появится не что иное, как std-класс, содержащий в себе приватное свойство из класса secret, которое равно тест. Как тебе такой, Илон Маск? Ну вот, единственная незадача, и достать его потом оттуда вообще никак нельзя. То есть оно создается, но и даже достать его оттуда потом будет невозможно. Я подумал, что это довольно-таки неудобно, потому что у нас есть immutable объекты вроде как, но использовать их нельзя. И решил, что пора бы запилить свое решение, используя все мои знания, магию, которая имеется в PHP, для того, чтобы создать конструкцию на базе всех наших магических штук. Начнем мы с простого. Создадим DTOшку и попытаемся в этой DTOшке перехватить все свойства. Смотрите трюк предыдущий. Затем те значения, которые мы оттуда захватим, мы сохраним в каком-нибудь надежном месте, недоступном любому программисту. Ни рефлекшеном, ни замыканиями, ни какой-нибудь еще магии. И предоставим, опять-таки же, магический метод для того, чтобы можно было это значение прочитать. Вот с первым все хорошо, мы это умеем делать. Вот со вторым пока непонятно, то есть где такое место в PHP, существует ли оно, которое бы позволяло нам гарантированно сохранять какие-то наши перемены так, чтобы туда никакой хитрый и умный программист вообще не добрался. Ну а с третьим вроде как понятно, у нас есть магические геттеры, магические методы isSet и тому подобное, которые позволяют, в принципе, предоставить API. Здесь начался интересный момент, это поиск вот этого секьюрного места. Соответственно, global variables отметаются, потому что, понятно, любой желающий может их поменять. Public properties тоже, соответственно, не подходит. Protected, ну, так себе, потому что дочерний класс проберется. К private тоже доверия нет, потому что его через замыкание или через reflection можно поменять. Может быть, private static попробовать, но тоже нет, ломается на ура reflection. И, казалось бы, тут должно быть отчаяние, потому что куда же запрятать, собственно, значение переменных. Но нашлась волшебная штука. Называется она переменной, находящейся внутри ваших функций. И она самая секьюрная. Я пробовал спросить на специальном канале чат Stack Overflow у Никиты Попова, у Крэг Джоя, Джой Воткинса, можно ли вообще каким-то образом изменить вот это. То есть мы имеем функцию, внутри этой функции объявлена какая-то статичная переменная, и можно ли из нее как-то достать, поменять? Ответ — нет, нельзя. Соответственно, мы нашли нашу маленькую лазеечку в потусторонний мир защищенных переменных. И мы хотим использовать эту штуку.
Использовать я ее буду немножко нестандартно. Я буду использовать ее как свойство в объекте, но для того, чтобы ее передавать, так как я не могу использовать свойство, я буду использовать классически добрую передачу значений по ссылкам. Соответственно, что у нас получается? У нас есть класс, в котором есть магический метод там callStatic, в нем есть переменная static объявленная, и в любой вызов какой-то функции мы значение из этой immutable objects переменной передаем по ссылке во все наши вложенные методы. Тем самым мы как бы предоставляем контекст. Давайте посмотрим, как мы сохраняем state. То есть здесь все довольно просто. Мы для переданного объекта пользуемся функцией spellObjectID, которая нам возвращает для каждого инстанса отдельный идентификатор. И просто тот state, который мы уже награбили из объекта, мы пытаемся сохранить туда. То есть ничего такого особенного. Вот. А это то, как мы пытаемся, собственно, это выдрать. Здесь, как вы уже видите, есть опять-таки конструкция передачи значения по ссылке и есть unset свойство. То есть мы ансетим все текущие свойства, предварительно их сохранив в нашу переменную state. И устанавливаем этот контекст для объекта. То есть больше объект не содержит никаких свойств, он содержит только свой идентификатор, который объявляется с помощью spellObjectID, и он привязан к этому объекту, пока он живет. Ну а дальше все просто. На магический getter мы достаем этот контекст и достаем из него наше свойство. Тем самым никто и ничто не может поменять наше значение после того, как мы подключаем вот этот трейд. Немножечко магии, но в принципе тут все есть. То есть как дедушка Ленин завещал, все волшебные методы переопределены и реализуют все то, что направлено на то, чтобы этот объект не был изменяемым. Ну, как уже это положено, все это оформляется сразу в библиотечку и готово к использованию. То есть, если кто-то хочет ее использовать, выглядит она довольно просто. То есть мы подключаем нашу библиотеку и создаем наш какой-то класс, у которого есть неважно какие свойства, приватные, protected, но я предполагаю, что public. И подключаем туда immutable trait. После этого мы можем инициировать один раз этот объект, вот, посмотреть его значение, оно действительно там сохраняется, все хорошо, даже выглядит как настоящая ДТОшка, в принципе, не отличается от нее. Но если мы попытаемся ее вдруг поменять вот каким-то таким вот способом, то тут же сразу получаем fatal exception о том, что вы не можете изменять свойства, ну, потому что оно immutable. Как же так? И если уж совсем как бы сделать интересный челлендж, если вы попытаетесь ее начать дебажить, она вас будет останавливать. Это отдельный подарочек от меня. То есть как только вы в шторме попытаетесь провалиться внутрь этого класса, он моментально остановит выполнение вашей команды. Не хочу, чтобы вы копались в этом коде, слишком он опасный. Ну и как бы он будет предупреждать, что тут как бы делать нечего. Едем дальше. Я хотел бы еще рассказать о такой интересной вещи, как обработка потоков. Кто что-то знает о вот такой конструкции? Кто может поднять руки? Единиц. Что делает данная конструкция? Во-первых, мы видим, что тут какая-то волшебная конструкция PHP-фильтр, read чего-то там, и в конце, самое что понятно, подключается какой-то файлик magic.php вроде как. Но фишка в том, что вот наш magic.php файлик выглядит довольно просто. То есть мы выводим hello world, причем регистр, заметьте, он разный. То есть мы не выводим все это в верхнем регистре. Однако если мы заинклудим наш файлик вот таким вот образом, то получим вот так. То есть что произошло в этот момент? Использование, так, стоп, назад. Использование конструкции PHP-фильтр в инклюде позволяет вам подключить любой фильтр, в том числе и ваш, для анализа исходного кода. То есть вы получаете управление над тем, что в этом исходном коде сейчас находится. И, соответственно, тут приходят на ум такие штуки, как убрать final из классов, убрать final из методов, сделать там свойства публичными. Ну, в общем, все то, что вам в голову придет, на самом деле можно через эту штуку проворачивать. И как раз таки на этом базируется часть моего аспектного фреймворка, то есть по факту, что он делает. Когда подключается ваш класс какой-то, он его анализирует, ну, я чуть попозже покажу, и на самом деле трансформирует в то, что будет выполняться.
Из коробки в PHP есть уже на самом деле целая пачка готовых фильтров, которые позволяют вам загзипать какой-то контент, сделать его, привести верхний регистр, нижний регистр, ну, парочка еще. Вот. В принципе, основные трюки, которые я хотел показать, они подошли к концу. А теперь перейдем к тому, что, в принципе, является квинтэссенцией всего того, что я умею. Это аспектно-ориентированное программирование. Посмотрите на этот код и скажите, хороший он или плохой, вот с вашей точки зрения. Как вот считаете? Давайте я вот чуть-чуть зазумлю. Так, наверное, получше будет для задних рядов. Данный код вроде как на вид вполне себе адекватный, то есть проверяет какие-то права доступа, выполняет какие-то там логирования для того, чтобы можно было потом в логах поискать что-то, создает нашего юзера, персистит и пытается отловить exception, вдруг там доктрина упала или у нас что-то не работает. И на самом-то деле, если мы посмотрим на всю эту лапшу, эта лапша повторяется в каждом нашем методе. И на самом деле ценного здесь только то, что помечено зеленым, а все остальное так называемое secondary concerns, как их правильно называть, или cross-cutting concerns, это сквозная функциональность. Обычный язык программирования, объектно-ориентированный, которым PHP является, не дает нам возможности все вот эти конструкции взять, с копипастом убрать и куда-то вынести. Поэтому это плохо, потому что нам приходится повторять. А хотелось бы, чтобы наш код выглядел вот таким вот образом, довольно чисто, аккуратненько и не содержал логирования, пусть оно как-то само применяется, не содержал security, вот, который вот, типа, мы вот так проверяем. То есть чтобы вот это все, включая вот там логирование, включая проверку безопасности, оно делалось само. И да, это таки возможно. И возможно это следующим способом. У нас есть такая штука, как называется аспект. Я здесь привожу простой пример, который просто проверяет права доступа. Что он делает? Во-первых, вы можете видеть некоторую аннотацию, и которая почему-то еще подсвечивается благодаря плагину для PHP Storm. Она объявляет так называемый там, SQL выражение или expression, каким точкам в коде применять данное условие. И мы видим, что мы хотим для всех публичных методов из класса UserService применить наше замыкание. А замыкание мы получаем метод invocation. Это наш метод. То есть какой метод мы выполняем. По факту это будет некоторая обвертка поверх reflection метода, содержащая еще аргументы. И дальше мы в этом callback для каждого метода можем проверить необходимые права доступа. Это называется advice. То есть мы как бы говорим языку, уважаемый PHP, пожалуйста, примени вот этот метод перед каждым вызовом публичного метода из класса UserService. Всего лишь одна строчка, а много полезного. Чтобы было проще понимать, я решил сделать сравнение аспекта с EventListener, потому что я думаю, многие из вас работают с Symfony и знают, что такое Event Dispatcher, да? Есть мальчики, кто знает Event Dispatcher? Во, здорово. И выглядят они очень похоже в том плане, что мы передаем какую-то зависимость, например, authorization checker. Мы имеем объявление, куда применять. В данном случае, в случае listener, это subscribing на event под названием user create, а в случае аспекта мы подписываемся на все вызовы публичных методов из user service. И у нас примерно одинаковый контент наполнения самого обработчика callback'ов. То есть мы просто чего-то проверяем и, соответственно, реагируем. Давайте рассмотрим, как это все работает под капотом. То есть первый этап, который требует аспектный фреймворк для того, чтобы все это заработало, это регистрация вот этих аспектов. Как только мы все зарегистрируем, мы дальше будем уже обрабатывать. И для того, чтобы это обработать, я опять-таки использую мой предыдущий трюк с PHP-фильтр. Это специальный компонент, который занимается преобразованием вашего исходного кода.
Он это делает скрытно, не видно, но работать в продакшене будет на ура, потому что интегрировано с опкэшом. А интегрируется это все на уровне композа. То есть как только устанавливается Go AOP, он начинает тесно общаться с композером и договаривается о том, какие файлы откуда загружать. Поэтому вы можете грузить одновременно и версию кода без аспектов, и с аспектами. То есть это можно сделать там буквально настройкой в environment, который будет отключать эту настройку. А вот дальше начинается матчасть, и матчасть довольно сложная. Для того, чтобы сделать ту работу сложную, вообще провернуть весь этот магический трюк, необходимо весь исходный код сперва проанализировать. И хорошо, что есть такая замечательная библиотека от Никиты, как PHP-парсер. То есть она позволяет провести токенизацию и построить абстрактное синтаксическое дерево всего вашего кода. На этом этапе я создал еще одну библиотеку, которая называется Go AOP Parser Reflection. Она работает поверх этого AST-дерева и позволяет делать рефлекшн исходного кода, не загружая его в память. Для меня это важно, потому что как только класс загружается в память, он оттуда никак не может быть выгружен, а мне надо узнать его структуру заранее. И дальше начинаю свое грязное дело. То есть я разбираю текущий файл и знаю, собственно, какие в нем есть классы и как их изменить, благодаря тому, что у меня есть аспект. И на выходе у нас получается очень аккуратненькая и удобная штука в виде простого класса, декорирующего ваш оригинальный. Особенность фреймворка в том, что он подменяет ваш класс точно таким же классом с таким же именем. А оригинальный при этом переименовывает в кэше. То есть не оригинальный ваш код прям меняет по харду, а делает в кэше отдельную версию, которая чуть-чуть меняет название класс. И потом от этого класса наследуется. Соответственно, если вдруг ваш класс был финальным, для меня это не проблема, я сниму final и добавлю его сюда. То есть наследование работает даже в этом случае. Поэтому можно отлавливать и финальные методы, и финальные классы. Собственно, кто знает библиотеку AspectMock, она как раз поверх моего фреймворка работает, она позволяет замокать в том числе и финальные методы, и статические методы. Все это все работает под капотом. Ну и, собственно, наш переопределенный метод выглядит довольно просто. Мы вызываем join point. То есть в терминах аспектно-ориентированного программирования каждый метод или обращение к свойству, или же там перехват функции или создание, это все называется join point. Что ожидать дальше? Как вы уже, наверное, поняли, у нас открываются невероятные возможности, которые нам рассказал Дима и Никита. Соответственно, весь AOP-движок будет прикомпайлиться на этапе загрузки вашего приложения, и тем самым оверхед на его исполнение, который даже сейчас составляет 10 миллисекунд, превратится вообще в ноль. То есть бутстраппинг фреймворка не будет занимать практически вообще ничего. То есть весь AOP-фреймворк будет находиться в памяти PHP. Следующая штука, которую я буду делать, и это, наверное, повергнет многих в шок, это изменять бинарные опкоды. То есть как только вы используете PHP опкоды, у вас в файловой системе генерируется файлик с названием .bin. Используя FFI, Дима уже поулыбался сейчас, я спросил, можно ли так делать, он говорит, да, можно, супер, все взлетит. Вот, так что благословение я уже получил, будем работать. И совсем уже жесткое мясо, на самом деле, это модификация PHP-движка самого со стороны Userland. Как это будет происходить? Внутри PHP есть глобальные перемены. Соответственно, если мы через FFI подключим PHP сам к себе в Userland, мы получим доступ к его внутренним свойствам, к его внутренним классам, структурам и так далее. И почему бы этим не воспользоваться? Я думаю, на этом, наверное, магию стоит подостановить, пока что еще это надо реализовать, но дай бог реализуем. Собственно, референс на мой фреймворк, он есть на пакеджисте, у него там более миллиона установок, более 1000 звезд на гитхабе. Если вы добавите еще парочку, я буду весьма признателен. Если вы боитесь магии, я сделал помощь. Помощь называется плагин для PHP Storm. Данный плагин очень удобен тем, что позволяет подсвечивать синтаксис point-cut-ов, то есть мы знаем, какие мы хотим методы обрабатывать и как. Во-вторых, он предлагает навигацию, то есть переход от тех методов, которые адвайзятся аспектами, к тем свойствам, к тем методам, которые мы хотим перейти. То есть мы видим, что
есть метод execute, он кэширован, и есть логинг аспект, который его как раз-таки адвайзит. Вот, соответственно, можно переходить. Ну и давайте напоследок еще один трюк сделаем уже с помощью всего того, что я вам выше рассказал, то есть с использованием аспектного фреймворка посмотрим, как делать отложенные методы. Идея довольно проста. Вы имеете некоторый код, и, допустим, какой-то из этих методов отрабатывает медленно. В таких случаях рекомендуется вынести выполнение этого кода до момента FastCGI Finish Request. Но почему-то вот мне это кажется немножко неудобным, потому что все время приходится там помнить, куда его засунуть, какой-то callback прикрутить. В общем, выглядит как-то ненативно. Что я предлагаю сделать и как это может работать? Создаем доктриновскую аннотацию, которая называется deferred, и помечаем, что она применяется для любого из методов. После чего мы создаем такой аспект, который говорит, что, ребята, вокруг вызова методов, содержащих аннотацию deferred, нужно выполнить, вот, собственно, это пометочка, нужно выполнить следующий код. То есть мы берем и в свойства этого аспекта начинаем накапливать отложенные методы. Сохраняем туда метод, который вызвался, сохраняем объект, для которого был вызван данный callback, и сохраняем аргумент, с которым был вызван callback. И не даем выполниться этому коду. То есть если у нас там было написано какое-то выражение, оно вот сейчас не будет выполнено. Мы его как бы отложим. И просто возвращаем какой-то результат. На самом деле, если делать правильно, и есть поклонники React, то тут на самом деле должен быть промис. То есть мы на самом деле в этот момент пообещаем, что когда-нибудь данный метод будет выполнен, а когда-нибудь потом мы его закомплитим и получим резонное решение. Давайте посмотрим, как же будет это все работать под капотом. Выглядит все довольно просто. Мы регистрируем shutdown function прямо в аспекте. То есть как только запускается наше приложение, у нас есть callback, который говорит нам о том, что после того, как приложение завершится, надо будет вызвать callback on PHP terminate. И в этом методе мы просто делаем fastCGI finish request. То есть мы говорим, все, отправь, пожалуйста, клиенту весь контент, который нагенерился. А теперь начнем по одному выполнять наши отложенные методы. То есть все то, что мы заранее написали, оно будет вызвано сейчас. Для примера представим, что у нас есть некоторый код. И send push notification — это, допустим, синхронный вызов. И какой-то плохой человек сделал его слишком медленным. То есть он спит 2 секунды. И вроде мы как не хотим, чтобы клиент, который там делает какой-то запрос на наше приложение, чтобы он еще 2 секунды ожидал, когда же мы ответим. И мы просто помечаем этот метод как deferred. Все. То есть у нас код моментально вылетает, клиент получает моментальный ответ, а где-то потом в фоновом режиме, после того, как request завершился, мы отправляем нотификацию, и она уже, в принципе, не так сильно аффектит клиента. Собственно, на этом, наверное, все. Я надеюсь, что вам понравился мой урок в маге и натолкнулся на какие-то размышления. Я буду очень признателен, если вы оставите отзыв на JoinedIn. Кстати, прошу это делать постоянно, потому что только так спикеры получают какой-то фидбэк и знают, было ли что-то хорошо, было ли что-то плохо. Вот. Если вам понравилось, то спасибо. Если можно, я вопрос задам. Можно. Ну, выглядит круто, но скажи, вот, а какая цена у этого? То есть какие подводные камни аспектного, я имею в виду, подхода? Я бы сказал так. Есть одна замечательная фраза, что аспектно-ориентированное программирование похоже на острую бритву в руках маленького ребенка. В общем, в чем суть? Не страшно использовать, как страшно допустить какие-то ошибки, которые будут непонятны начинающим разработчикам. Поэтому я прежде всего таргетирую аспектно-ориентированный фреймворк на какие-то известные фишки, такие как логирование, кэширование, авторизацию, которые внедряются тимлидом в каком-то продукте. То есть, как правило, просто есть какие-то уже там в компании или в организации устоявшиеся продукты,
правило. И когда приходит какой-то разработчик, ему говорят, вот делай вот так, все будет работать. А Team Lead как раз занимается тем, что внедряет вот такие вот высокоуровневые концепции уже в приложение для того, чтобы это работало централизованно. Вот. Ну и плюс из подводных камней на продакшене это генерирует вторую версию кода, то есть надо понимать, версия кода выполнялась обычного или со спектром. Но это понять довольно просто, потому что будет написан путь либо в одном файлике, либо версии из кэша. Доклад просто бомба, очень классно и интересно. Вопрос такой, когда подключается новый разработчик, который не знает ничего о том, что был аспект подключен к какому-нибудь юзеру, и что будет там логирование какое-то происходить, когда мы хотим просто создать новый инстанс. Планируется ли вот в этом плагине для PHP Storm сделать какую-то ссылку, ну, то есть ты кликаешь, да, и он говорит, вот ты сейчас создашь, да, но дополнительно еще инвокнется вот это и вот это. Да, это уже сейчас произойдет, то есть как только, то есть, грубо говоря, смотрите, как это работает. Есть некоторый аспект, который говорит, что все методы, которые там, допустим, либо публичные, либо там помечены определенной аннотацией, они будут подвергаться действию аспект. Как только вы создадите еще один метод, попадающий под эти условия, у вас тут же рядом возле этого метода загорится буковка А, которая вам будет сигнализировать о том, что есть адвайс, нацеленный именно на этот метод. И вы будете понимать, что заботливый Team Lead подумал уже о том, что нужно применить это и к вашему методу, в том числе следующим, который еще не создан, и вы поймете тем самым, что здесь еще какая-то дополнительная магия, спросите, а что это за буковка А и вообще как с этим работать. И он расскажет, что все работает автоматически, достаточно следовать там каким-то определенным правилам. Единственный момент еще добавлю по поводу подводных камней, предыдущему вопросу. Эта штука не работает сейчас в Symfony, потому что соединить магический Symfony фреймворк с магическим аспектным фреймворком получится какая-то гремучая смесь, так что пока это не работает. Но Laravel, Lumen и фреймворк, там да, это все можно завести, это будет работать очень хорошо. Особенно Ларки. Еще вопрос? Спасибо за доклад. У меня вопрос по поводу PHP-фильтра. Можно ли с помощью него сделать immutable объект mutable? Там вроде как не было возможности. Это глубоко, да. На самом деле, я думаю, вы проберетесь, да. И это на самом деле хороший способ обойти защиту, которую я придумал. Но я могу подумать, как от этого защититься следующим pull-реквестом. На самом деле достаточно легко проверить текущий путь, то есть если мы сделаем стат текущего файла, есть такая конструкция, называется stream wrapper. То есть я рассказал про stream фильтры, есть еще stream wrapper. Вот. И его тоже можно выгрузить на самом деле. То есть у нас есть стандартный файл wrapper файл. Вот. Если его выгрузить, то любой include, который будет подгружать обычные файлы, будет проходить еще через этот wrapper. И вот там-то можно понять, пытается ли меня кто-то прочитать или не пытается. И плюс таки я могу навесить контрольную чек-сумму на свой класс. То есть он может запускаться только тогда, когда чек-сумма этого класса совпадет с его хэшом. Такое тоже можно сделать с помощью конструкции, которую я еще не дорассказывал, называется halt compiler и размещение сигнатуры после конца класса. Привет, спасибо за доклад. Классно, здорово, весело. Скажи, пожалуйста, будет ли вот это все работать с новой фичей 7.4 с прелодингом? Да, конечно. А как будут обрабатываться фильтры, если у нас класс уже загружен, если он уже прочитан? Когда-то давным-давно, когда я разрабатывал еще свой фреймворк, я зарепортил Дмитрию Стогову ишу. И заключалась она как раз-таки в том, что opcache не должен обрабатывать и кэшировать файлы, которые подключаются через стрим-фильтр. И с того момента все работает так, как я задумал. Спасибо. То есть файлы, которые подключаются через PHP стрим-фильтр, они не кэшируются opcache-ом, и, соответственно, они каждый раз динамически выполняются. Спасибо за доклад. Но у меня такой как бы простой, но и сложный вопрос. Что произойдет со всей этой магией, если человек, который ее делал, ушел из проекта, а больше никто не знает, как это работает? Это проблема.
Спасибо за доклад. А какие есть скопы, вот, доступные в вашей библиотеке? То есть, например, можно ли определить аспект для всего, для всех методов, всего класса, просто по namespace, например? Да, конечно. Я расскажу, какие поддерживаются поинткаты. То есть вы можете перехватить все файлы в определенном namespace, все классы по определенной регулярке. То есть синтаксис очень смахивает на регулярку. Вот, соответственно, это могут быть все публичные, либо все protected методы. Это может быть обращение к свойствам, как к приватным, к защищенным, публичным. Это может быть перехват создания, перехват загрузки класса. Например, с помощью перехвата создания класса можно сделать singleton. Как только загружается класс в память PHP, вызвать callback и на этом callback в его свойство instance поместить рабочий instance. Вот, есть такая. Помимо этого, он поддерживает перехват функций нативных из PHP. Так что если вдруг вам нужно замокать функцию из PHP, которая не явно импортена через слэш, то и это тоже можно сделать. Вот. Но вообще функционал довольно широк, он позволяет перехватывать методы и в трейтах, то есть можно отлавливать и там callback'и ставить, и для финальных классов. Так что спектр возможностей этого фреймворка по магии, я думаю, превосходит любое решение, которое где бы это еще не было. Пожалуйста. Еще вопрос? Наверное, на этом все. Все, да? Да. Тогда выбери лучший вопрос. Лучший вопрос, да. Какие же они были? Парень спрашивал, можно ли... Да, я думаю, вот это был лучший вопрос про можно ли с помощью стримфильтра взломать иммутал-объект. Да, это было очень хитро.